С детей подземелья. Ласкаво просим о шестя трансмузыки. Среду с 24 до 26 часов ночи. В эфире станции 106.8 FM. Программа трансмузыки «Дети подземелья» и «Экс-Пивуду». Москва. Ночь. На улицах ни души. You are dreaming now. О, сколько нам сюрпризов чудных готовит подземелье дух, познаний и открытий мудрых, и два часа с экспи-вуду, где транс нам счастье и веселье, пусть участится сердце стук, в эфире «Дети подземелья», включи на полную свой звук и слушай нас в стереогамме. So, are you ready? Are you in? Готов ли ты? Ты вместе с нами? Поехали. 3, 2, 1. 24 часа 8 минут в эфирной студии станции 106.8 FM, в студии Экспиуду. И вместе со мной ваша самая любимая программа, которая летает сейчас вокруг да около ваших мозгов. Программа «Дети подземелья». Ну и первый трек, который я для вас хочу поставить, это последний трек группы «Аэроданс». Написан совсем недавно. Кто был... «Матрица», слышите, да? Кто был на Open Air, на пляже «Динамо», ее слышали. И этот трек посвящен самому популярному сейчас, на мой момент, на мой взгляд, и самому серьезному фильму, вернее, идее этого фильма под названием «Матрица». Вот, трек называется «Матрица 649», и абсолютно нов, как бы, премьера. «Дети подземелья». Помните, да? Кто еще не смотрел фильм, надо моментально его смотреть, даже на пиратках, просто вы будете покорены идеей. Потому что мы все действительно каждое утро просыпаясь, смотрим в окно и думаем, что если на самом деле мы все живем в «Матрице». Ну, сегодня будет довольно некоторое количество информации, особенно по поводу волнующих всех вас фестиваля 26 числа открытого. И для вас 2 часа в студии буду играть я. И последние полчаса вы слышите, мы вернемся к старым традициям, и вы слышите информационные лекции о пользе и вообще, что такое ароматерапия. Наш пейджер 9614, абонент станция. Станция. Понеслась. Насчет инстанции. Инстанция будет, как мне известно, обязательно, но где-то в июле, в начале, может быть, в середине.
But once we got them off, we learned a great deal about their anatomy. Так, ну что ж, а мы, наверное, сейчас с вами обсудим некоторые вопросы. Например, самый главный, я считаю, основной насущный вопрос, это по поводу будоражащего вас всех слухов о Open Air, который пройдет на следующей неделе, 26 числа. Вообще, в принципе, это предполагается даже как фестиваль. Вот. Он будет... Вообще, в принципе, крайне странно. Во-первых, это будет чисто транс-фестиваль. И мы надеемся еще срастить так, чтобы в нужное время сыграла бы группа Карибас вживую. Да, поскольку это все будет в специальном месте, позволяющее даб-атмосферу. Значит, мы намеренно сейчас не выдаем вам место, где это будет происходить. Значит, сразу говорю, что у многих может сложиться впечатление, что это может быть на пляже Динамо, но это не обязательно. Вот, значит, мы делаем это намеренно для того, чтобы как бы собрать большее количество людей, которые именно нам нужны. То есть, как бы, чтобы не было бы посторонних, потому что, в принципе, посторонние были небольшой проблемой пошлого Панейра, но это как бы не наша вина, все-таки там есть еще руководство, это было какое-то официальное открытие этого места. Вот, поэтому сделаем это следующим образом. Сейчас у нас мы еще даже не установили точно, потому что мы пытаемся найти самую реальную точку. Это все будет в Москве. Я, во-первых, сразу говорю, не нужно будет выезжать из Москвы. Во-вторых, это будет в специальном месте, и информация о том, где это будет конкретно, и также состав участников я сейчас не буду разглашать рано. Но несколько намеков в программе сегодня будет. Несколько намеков будет в программе. Вот. А еще что я хотел сказать, да, что информация о том, где это будет, будет рассылаться. Мы просто сделаем как бы более андеграундный вариант. Во-первых, я больше чем уверен. Я специально слушал всю эту неделю. Во всяком случае, два дня, потому что я только два дня назад вернулся из Калифорнии. Значит, вот я слышал, что происходит на эфирах ломых радиостанций 106.8 FM, и при всем прекрасном эфире нету рекламы «Детей подземелья», ни одного, как бы, поэтому я уверен, что «Дети подземелья» слушают исключительно любители транса, и как бы сейчас, в отличие от того, что было в прошлые годы, как бы, это процент действительно слушателей, любителей транса, очень велик. Как бы полная концентрация, да, поэтому, значит, в следующую среду каждый из вас, кто включит программу, станет быстренько обладателем информации. Я думаю, три дня вам вполне хватит для того, чтобы собраться, значит, взять плавочки, там найти надувные матрасики и так далее, да. Обязательно советую брать с собой какие-то там, например, покрывала, на которых можно сидеть, да. Значит, не советую надевать обувь на каблуках, девушки. Так. Значит, дальше запомните, пожалуйста, что мы все члены Greenpeace, и поэтому не загрязняйте окружающую среду, кого будете находиться ничем. Вот, ну и советую вам всем помнить, что в здоровом теле здоровый дух. Вот, и значит, флэйра, причем появится раньше. Флэйра появится в центре, на известных вам точках, уже где-то в воскресенье. Скидочный, естественно, да, и вы уже сможете. Во-первых, да, вход, могу сразу сказать, будет крайне недорогим, крайне. То есть там в пределах, то есть до 100 рублей и намного, может быть, меньше. Вот, это вам пока необходима информация. Так, в следующую среду слушайте и готовьтесь. Это будет 26 числа. Кстати говоря, у меня есть просьба, звоните на пейджер 96143, абонент станция, и скажите, чью музыку вы бы хотели слышать в ближайшем получасе, потому что я для вас могу поиграть тоже полчаса от специальной команды.
Вот, так что звоните, присылайте ваши пожелания. Если больше наберет какой-то команды, я эту музыку в течение получаса следующего поиграю. Тут мне пришел вопрос, я думаю, что я уже знаю. Да, это будет, естественно, фестиваль под названием Fluoro Power 4. Это четвертая часть. Первая, напомню, прошла в Сокольниках, вторая в Лесе, третья на Казанти. В прошлом году Fluoro Power 4 состоится 26 числа. Вы скоро узнаете, где. Ремикс группы Slink Wizard на известную композицию группы Atmos. Я даже не помню, как она называется, но что-то там эндеркляйный доктор такого плана. Нет, секундочку, я прошу извинения. Значит, сейчас играет Bumbling Loons. Ремикс на Rumbling Tunes Evolution Remix, а следующий будет у нас для вас Atmos. Вот иногда это в этом проблема, на самом деле, микс на радио, что иногда забываешь перематывать песню в нужное место. Ну, послушай, самая танцевальная песня, на мой взгляд, вот из категории трип-транса. Лично эта композиция вскрыла, если честно. Во-первых, я всем напоминаю, что я играю на дат-кассетах, поэтому такие варианты поставь пластинку какую-то, она есть на радио, не прокатывает. Так. Во-вторых, я играю только то, что есть у меня.
в-третьих, все будет в порядке. Знали, как телефонистка извращает название группы. Здесь, например, Никстрим, Шива Нидапу, Астрал Пронекшн. Вот так вот. Вечеринок, которая в плазме открывается, трансов, я ничего не знаю, но мы к этому никакого отношения не имеем точно. Наш пейджер по-прежнему 6143, очень много сообщений получаю, но я как бы не буду... Будет такая программа, я специально буду по заявкам брать. Сейчас я ищу больше желающих на какую-то группу. Пока лидирую группы GMS, Astral Projection и Cydonia. Так что уже мы остановимся на этих. Astral Projection, Cydonia или GMS. У вас еще до конца рекламной паузы есть время посылать мне желание. GMS, Cydonia или Astral Projection. Еще многие постов просят поставить аэроданс, но этого делать не буду. We'll be right back.
Кстати, не отключайтесь, сегодня дам вам наиболее, возможно, полную информацию про Solips. У меня уже есть вся информация. Кстати, если вам не говорил раньше, как вы можете заказать трек по пейджеру, как бы это довольно трудно. Но если вы напишете письмо по адресу улицы Казакова, дом 16, радиостанция 106.8 FM, программе «Дети подземелья», там напишите, какого трека вы хотите услышать, или же, если это, например, поздравление кого-то, через письма мы принимаем, и я обещаю, что я вам все поставлю, то, что вы хотите. Если это у меня есть, если нет, то я подберу такого же плана. Думаю, что у меня вообще большинство всего есть. Так, вставайте с нами, кстати, на волнах станции 106.8 FM, потому что это программа «Дети подземелья», которая выходит всего раз в неделю, к сожалению, всего 2 часа, поэтому вы можете упустить возможность приятных минут общения со мной и приятных минут общения с психоделик трансом. И в течение ближайших полутора часов я для вас опять буду играть. И сейчас я установлю какую же группу. Вот у меня есть, может быть, еще сейчас по рекламе минута. Но, скорее всего, это будет группа «Сайбер». Реклама. Рекламное агентство «Станция» 24 часа 34 минуты, и ближайшие полчаса для вас в безмолвном эфире группа «Сайтония», которая очень скоро посетит Москву и выступит на одной специальном партии. Это будет не лайв, но что я вам скажу про группу «Сайтония»: она состоит из трех человек. Это Иян, это Стив и это Дина Псарос, один из известных уже музыкантов. Дина и Скотт при этом играют, и они являются известны среди дат-тусовки диджерской как одни из самых, обладатели одной из самых серьезных коллекций музыкальных. То есть трек, который у них есть, они практически ни у кого больше нет. То есть я с ним писался, при том, что у меня довольно серьезный материал, мне отобрали какое-то количество треков, 4, ровно 4 мне записали. И очень серьезная музыка, так что слушайте, ставьте кассету на запись, ближайшие полчаса для вас только музыка, а потом уже вся информация. Не забудьте 26-го Флюра Пауэр 4. Группа «Сайдония», Англия.
Я напоминаю, что последние полчаса для вас в моем миксе прозвучали треки группы Cydonia. В следующем порядке первый трек назывался Lightning Rods, Горящие дороги. Второй трек назывался, сейчас, секундочку, Animal People. Третий трек назывался Cactus. И сейчас играет трек под названием Why. Сделан он одним из людей, Cydonia и Яном. Группа Cydonia в составе двух человек приедет очень скоро в Москву. Ну и понятное дело, что играют они на дат-кассетах, на датах. Ага, вот оно что, значит, у нас в этом, получается, нет рекламы. Так, хорошо, тогда, значит, поскольку я был не готов. Так, сейчас у нас несколько секунд тишины для того, чтобы вам поставить, наконец, тот самый... Так, хорошо. Вот, значит, тот самый ремикс Swing Wizard на группу Atmos, вот тот самый Inclined Doctor, я уже не помню как. Вот. Я вообще не выполняю, как я сказал, заявки, но для Анатольевича с удовольствием выполню. Следующим треком будет «Медуза». Ага. Так, а я вам сейчас начинаю напоминать и говорить всякие вещи. Такая неожиданная пауза была. Так вот, например, одна из вещей сейчас. Это фестиваль «Солипс». Через несколько секунд полная информация. Ah.
Так как все вы уже знаете, я надеюсь, вот судя по некоторым сообщениям, которые мне приходили на пейджер, решение сет, потому что меня просили поставить группу «Руки вверх», «Стрелка». Это, может, конечно, приколы. Но я думаю, что 99% уже знают, что с 9 по 15 августа 99 года состоится фестиваль полного солнечного затмения в центре Европы, в деревне Озора в Венгрии. У меня в руках уже есть полный проспект, который мне выдали. Значит так, вот на нем написано так: Attention all. Хиппи, путешественники, любители на природу, вегетарианцы, дети цветов, курильщики чиломов, go-go-go-heads, как go-головы, rainbow people, психоделисты, технофрики, мирно настроенные, счастливые и яркие люди. Вы все приглашаетесь на Solips. Так. 7 дней гэдеринга в честь празднования последнего солнечного затмения тысячелетия. 7 дней музыки, перформансов, любви и волшебства. С вашими любимыми транс, эмбиент и этническими битами со всего мира. Плюс намного больше. Приглашаю также еще детей и караваны. Так, дальше. Значит, немного здесь идет информация об эклипсе, со всеми картами и так далее, и так далее. Значит, произойдет затмение 11 августа в 10 часов 50 минут. Будет длиться 2 минуты 56 секунд, и из Венгрии отличное место, чтобы видеть. По сообщению Национального центра природы, 11 августа уже 14 дней в Озоре не было дождей, ожидать температуры 33 градуса. Серьезно, ребята, работает, да? Мы пытаемся на 26 июня узнать, там мне говорят. Могу сказать, что, кстати, эта партия есть при любой погоде, потому что танцпол будет защищен от дождя. Надеюсь, что его не будет. И, кстати, вот так уже 26 числа проводился серебряный танец, 2 года всегда был дождь. Посмотрим, что будет в этот раз. Так, хорошо. Так, значит, солнечное затмение. Тик-тирик-тирик-тирик. Так, ну что там с лунной орбитой связано? Вот здесь у меня написано, что большинство людей в своей жизни никогда не видели и не имели возможности видеть полное солнечное затмение. Так, что будет происходить? Итак, у вас будут 3 сцены с вашими любимыми лайфхаками и диджеями со всего света, которые играют лучшую транс-эмбиент музыку, а также коллективы, выступающие в этническом стиле. Будут цирки, все различные перформансы, кино, медицинский центр, пункт обмена валют, души, жонглеры, кемпинг, специальное место, как Sacred Space, ну, священный space. Значит, вегетарианская и другая, значит, кухня, но без мяса. Мясо не разрешено. Значит, Space Bar, лекции, москиты также будут, блохи, компьютерные игры, специальная зона для детей, магазины, красивое очень озеро и бесподобная природа. Значит, диджеи, которые будут играть, значит, Манки из Великобритании, Акан, ну, я просто имена перечислю, Адам Охана, Анти, Кристо, Крис Органик, Диджиталист, Доми Пастор, Фред Сито, Лорет, Лукас, Марк Аллен, Майк Док, Микс Мастер Моррис, Пушава, Скотти, Шива Йорк, Тристан, Сиоша Судзуки, Чаба и Янев. Ну, я прошу некоторые лейблы, которые я представляю. Saber Records, Spiral Tracks, Return to the Source, Organic Records, Matsuri, Ibiza Music, Metal Park, Quirk, Марк Аллен, как вы понимаете, да? Вуф, Ninja Tunes, Planet Dog, значит, лайф-акты. Anunnaki, Sign Trip, Код 4, Electric Universe, Этника, Funko Pad, God, Juju, Space Jazz, Korai Orom, венгерская группа Moses Rapt, это, значит, Хуан, да? Значит, Шакта, Шива Шидапа, Sonic Dream Drummer, Sonic Fusion, Star Sound Orchestra, Sun Project, Total Eclipse, X-Dream, Zion Train. Вот так вот, вот такое количество фактов. Даже делает очень смешной рисунок. Очень хороший проспект, кстати. Значит, фестиваль будет происходить
Уж простите, если миксануть забуду. Наш фестиваль будет происходить в маленькой деревне Азора в Венгрии. Значит, примерно полтора часа от Будапешта. Азора – маленькая деревня, около 2000 человек, и окружена цветами, и вообще очень красиво. Фестиваль в 4 километрах от деревни. Значит, окружено все полями и цветами, и лесом, а также мятой и хемпом. Ну и там много-много всего еще. Значит, здесь заботимся о природе. Очень много арен различных, но это надо карту смотреть, я думаю, не так интересно. Значит, билеты, тут пока еще ничего не написано. Значит, есть предостережение, естественно, что-то там много всего нельзя. www.solips.com Это такой адрес интернетский. Больше будет информации, и я позже же скажу, как те, кто хотят поехать, поедут. Неизвестный оригинал, но ремикс очень даже неплох.
Могу сказать, пока я вас прошу не присылать сообщения на пейджер, потому что случилась батарейка. Сейчас, если заменят, значит, мы по-прежнему будем принимать сообщения. Также я ничего не знаю пока по поводу Казантипа. Мне еще ничего не известно. Насколько мне известно, станции 26-го не будет, она будет в июле. Она будет обязательно. Ну и трансплощадка, понятно, тоже будет обязательно. Но я всех настоятельно рекомендую все-таки послушать транс в тех условиях, в которых его нужно слушать, и провести эту ночь без крыши, если, конечно, позволит погодные условия. Но еще раз повторяю, что эта ночь имеет 26-го. Я еще раз повторяю, и день, между прочим. Но вообще без крыши, в принципе, нормально довольно долго оставаться. Вот, и... Даже если будет дождь, ну как бы такой там, значит, защита от дождя вам будет обеспечена. Если будет уж прям вообще проливной ливень, то я думаю, что прогноз погоды мы будем знать в следующую среду. Но Flora Power 4 состоится в любом случае в субботу. И место, как я говорю, еще пока я вам не сообщаю, состав участников, все в следующую среду. И мы постараемся для вас сделать очень специальную программу. Что через некоторое время, через 15 минут для вас, каждый из вас может узнать о тайнах ароматерапии. Благодаря нашим доблестным техникам пейджер заработал 96143, абонент станции я. И вот, кстати говоря, еще, я вспомнил, в связи со срочным отъездом нашего верного товарища в сторону своего дома, у него заболела морская свинка, вот, если кто-то проезжает в районе метро Курская и заедет, например, на радиостанции, добросит нас куда-нибудь поближе к Юго-Западному округу, буду очень даже признателен. Ну, я имею в виду своих друзей, кстати, потому что многие из них сейчас, наверное, в районе метро Курская. Причем туда кажется. Абсолютно правильная информация. Действительно, под, как говорится, крылом Эроданза открывается Fashion Label. Сейчас ищутся дизайнеры. Поэтому мы приглашаем в сотрудничество этих молодых дизайнеров.
Для вас сейчас играет композиция израильского музыкантов Ксерокса и Гоблина. И я напоминаю, что в отборе своих треков для того, чтобы вы слушали, я ориентируюсь больше не на наиболее популярные треки, а на наиболее новые. А новую музычку имеем всегда. Композиция это называется «Первый контакт», а вот следующий будет трек «Убийца». Насчет Кристофа я, к сожалению, ничего не знаю и трансвея. Сейчас 143 абонент станция. Да, 26 числа, во-первых, безусловно, будет фейс-контроль, во-вторых, мы информацию сводим все-таки до
максимально недоступны такого момента. Поэтому мы как бы лишних людей не особо не планируем. Но фейс-контроль будет по-любому. Я повторяю, мне много вопросов, цены будут низкими. Знаете, вот я давно уже обратил внимание на такую ситуацию, я уже, наверное, год хочу про это сказать. Непонятно откуда у нас в стране выискалось огромное количество людей, которые, как бы их назвал, любители саунда. Дело в том, что я первый привез, могу точно сказать, в Москву это слово «саунд», особенно такое слово, как «израильский саунд», которое уже 10 раз поменялся с того времени. Ну вот многие люди, считаются, которые считают себя знатоками транса, особо модными. Я понимаю, например, в Гоа. В Гоа там есть это небольшое противостояние, но это, например, противостояние против израильского транса, например, да? Но именно сейчас это уже, кстати, года два как нет, но это потому, что как бы вся израильская тусовка своей массовостью и лоховством, когда они первый раз приезжали в Гоа и сталкивались со всем этим, они Гоа, в принципе, привели к такому особо положительному результату. Вот. Но это уже давным-давно прошло, но сейчас все равно на танцполах появляются умные критики, которые, значит, на вечеринке. У меня вообще такое впечатление иногда создается. Люди приходят не на вечеринке не тусануться, а покритиковать диджеев, музыкантов, что «Ага, лохи! А, да, опять израильский саунд, а это английский саунд». Для меня, ребята, я могу сказать честно, саунда нет. Для меня есть стильный саунд, для меня есть танцевальная музыка. Где она была сделана, кем она была сделана, это абсолютно не имеет значения. Но по-прежнему находятся люди, которые говорят об этом саунде. Я могу сказать, что если бы у отечественной тусовки была бы возможность вылезть как Израилю в Индию, то мы бы убили Гоа в первый же день, в первые же три дня. Там Гоа бы сошло с ума. Поэтому не надо, это я так отношусь, обращаясь к тем, кто меня слышит, знает, что я про них именно говорю. Не надо слишком много думать высоко о как бы московской транс-культуре, об уровне и так далее, о том, что мы все знаем про саунды, и мы все знаем про треки, и этот трек реализован. Я когда, например, играю, или DJ Aerodance, который играет на мини-диске на датах, мы не стараемся играть реализованно, нереализованно, мы уже об этом давно забыли, мы играем танцевальную музыку. Я при этом как бы не абсолютно ничего не говорю про диджеев других лейблов, это я просто говорю некоторым критикам. Так вот, вот это, например, саунд до этого, который был, да, это Ксерокс и Гоблин, это сейчас одни из самых прогрессивных музыкантов. А сейчас для вас Астрономикс.
Вполне возможно, что меня, кстати, слушает Сан-Франциско, я передаю туда привет. На улицах ни души. You are dreaming now. О, сколько нам сюрпризов чудных готовит подземелье дух, познаний и открытий мудрых, и два часа секс-пи-вуду, где транс нам счастье и веселье. Пусть участится сердце стук, в эфире дети подземелья. Включи на полную свой звук и слушай нас в стереогамме. So, are you ready? Are you in? Готов ли ты? Ты вместе с нами? Поехали. 3, 2, 1. На самом деле у вас осталось всего полчаса с экспи-вуду. И вот одна из постоянных слушательниц нашей замечательной программы обратилась ко мне с одним предложением. Я его рассмотрел, и вот сейчас для вас результат этого предложения. И это странная ночная гостья, пытающаяся остаться неизвестной. Наверное, останется неизвестной. Сейчас очень серьезным лицом сидит. Какими-то помашками. Вот. И сейчас многие из вас
узнает некоторые тайные знания. Давно в программе не внедрили тайные знания, но социологический опрос, который у нас проводится, постоянно напоминает нам, постоянно также, что большинство людей уже в 25 часов 30 минут лежат в постели, если не спят, то как бы засыпают. Ну и всегда лучше засыпать в приятно пахнущей атмосфере, так ароматерапия. Бомболи над садки сад, бомболи Шанкар, Алек Шил. Доброй ночи, слушатели «Дети подземелья». Я уверена, что люди, слушающие трансмузыку во всем ее многообразии, живя в современном техногенном обществе, занимаются также различными практиками самосовершенствования. И тема, о которой я расскажу, надеюсь, будет вам интересна и полезна. Запахи значат в нашей жизни больше, чем нам кажется. Они напоминают нам о реальной жизненной ситуации, возвращают в прошлое и формируют оценку того или иного события. Зачастую чисто инстинктивные. Запахи приносят вдохновение, здоровье и внутреннюю гармонию. Ароматические масла поддерживают не только физическое, но и душевное здоровье. Приводят наши чувства в равновесие, поддерживают и закрепляют его. Регулярно пользуясь эфирными маслами, вы заметите, как возрастет ваша энергия и улучшится самочувствие. При таком положительном настрое вы будете намного меньше подвержены болезням. Все культуры и религии отмечали воздействие цвета и запаха на физическое и душевное самочувствие. Аромат эфирных масел воспринимается обонянием, которое реагирует быстрее остальных наших чувств. Масла проникают сквозь кожу, когда вы принимаете ванну, делаете массаж, ставите компресс, пользуетесь кремом, лосьоном, духами. Массаж самое главное. Вы можете по-разному использовать ароматические масла. Какой способ является наилучшим? В каждом конкретном случае это зависит от многих факторов. А я все равно за массаж. В ароматотерапии нужно полагаться и на собственное обоняние. Если какой-то запах не нравится, не доставляет удовольствия, он не принесет и пользы. А вот мне запах водки не нравится. Итак, основные правила применения. Ароматическая лампа. Налейте чашку водой, наполните, добавьте 5-8 капель ароматического масла и размешайте. Зажгите огонь и по мере необходимости время от времени доливайте воду. Второй способ – распылитель. Лучше всего использовать из стекла, фарфора или керамики. Наполните емкость дистиллированной или негазированной минеральной водой, добавьте спирт, 3-5 капель ароматического масла, закройте и встряхните. Ну, насколько понимаю, полезно на запись поставить кассету, чтобы не повторять, да? Так, дальше что? Ванны. Для полной ванны требуется от 5 до 10 капель эфирного масла. Его разводят в 1-2 столовых ложках сливок, цельного молока, жидкого меда, жидкого нейтрального мыла или растительного масла. Не закрывая крана, влейте состав в ванну, размешайте и наслаждайтесь. Enjoy! Следующий способ. Масло для лица и тела. Массажное масло. Масло для лица и тела. Это самое главное. Так, да. Тихо. Массажное масло и масло для растирания. В качестве основы используйте масло жожоба, авокадо или миндальное 50 мг. Добавьте туда 15-20 капель выбранного вами эфирного масла и хорошо взболтайте.
Ароматические масла можно добавлять в шампуни. 100 мг нейтрального шампуня добавьте 10-15 капель. Или в крем. Осторожно размешать 15-20 капель эфирного масла в 50 мл любого нейтрального крема. Для создания ароматного пара в сауне достаточно 5 капель эфирного масла на ковш воды. Итак, теперь я хотел бы более подробно рассказать о свойствах ароматических веществ. Итак, помогающие при мрачном настроении – это диагель, бергамот, хенхель, имбирь, ромашка, лавр, майоран, розмарин, тимьян, корица и иланг-иланг. Для улучшения памяти используйте базилик, вербену, эвкалипт, лимонную траву, майоран, гвоздику, пенниройл, петигрейн, мяту перечную, розмарин, иссоп, кедровую сосну. Снять напряжение вам помогут следующие ароматические масла. Это бензой, бергамот, герань, лаванда, мелисса, мускатный шалфей, нероли, апельсин, петигрей, роза, розовое дерево, сандаловое дерево, можжевельник, ладан, иланг-иланг. Повышающие творческие способности – это вербена, ирис, мускатный шалфей, роза, иссоп, корица. Ароматические вещества также могут способствовать повышению творческих способностей и вдохновения. Это бергамот, чабрец, лимонная трава, кориандр, петигрейн, розмарин, сандаловое дерево. Эротическим возбуждающим действием обладает... Ага, самое главное! Следует запомнить. Следующие ароматические масла. Это герань, тубероза, иланг-иланг, жасмин, ваниль, роза, кардамон. Также сандаловое дерево, ветивер, мимоза, корица. В различных религиях тысячелетиями использовались эфирные масла, способствующие внутренней собранности и укреплению связи с духовным миром. Священными благовониями, очищающими душу и ум, расширяющими сознаниями, в сознании являются следующие вещества. Это мирра, перуанский бальзам, роза, сандаловое дерево, можжевельник, ладан, иссоп и кедр. Я уверена, что адепты трансдвижения знают, любят и умеют пользоваться благовониями. Существует огромное количество, такие как китайские, индийские, тибетские, непальские и другие. Я использую и поэтому расскажу вам о наиболее любимых мной тибетских и непальских благовониях. Итак, все рецепты, по которым они изготовляются, основаны на древнем глубоком мистическом знании взаимодействия энергии проявленного и тонкого мира. Главной целью возжигания благовоний в Тибете никогда не было получения удовольствия от приятного запаха. Это кардинальное отличие тибетских благовоний от многих других. Часть рецептов была составлена известными тибетскими врачами. Такие благовония облегчают болезни тела и ума. Часть рецептов принадлежит великим мистикам тибетского буддизма и традиции Бон. Эти благовония применяются для очищения пространства, как подношение во время пудж,
для устранения негативных энергий и злых духов. Аромат тибетских благовоний редко содержит слащавые оттенки, так часто встречающиеся в индийских благовониях. Это объясняется разницей в климате. Горький аромат дает организму энергию тепла и радости, которой так мало в холодное время года. С этой точки зрения тибетские благовония идеально подходят для российского сурового климата, особенно зимой, не говоря о лете. Еще одно важное отличие. В тибетских благовониях, произведенных в Непале, в силу отсутствия местной химической промышленности, никогда не используются синтетические составляющие, а также камфора, дающие удушливые ощущения. Все благовония сделаны из натуральных растительных ингредиентов, таких как древесные пудры, цветов, трав, мхов и того подобное, собираемых в определенное время высоко в Гималаях. Между прочим, скажу, что это тоже очень романтическая композиция группы Гангару. Так, ну что там? А теперь я хотела бы более подробно рассказать о свойствах ароматических благовоний. И советую эту информацию запомнить или записать, поскольку она вам пригодится, придя в любой магазин, торгующий этими благовониями. Итак, серия А101. Называется «Ароматические благовония Frankincense». Аромат традиционный, запах древесный, пряный с намеком на лимонный. Свойства: релаксирует, поднимает настроение, успокаивает волнение, хороший антисептик. Франк означает настоящее благовоние, и его воскуривают для призывания богов и для углубления медитации. Его аромат приносит ощущение покоя, успокаивает дыхание и делает ум возвышенным. Способствует очищению легких, помогает при затрудненном дыхании, астматических явлениях и вообще исключительно благотворно воздействует на дыхательную систему. А102. Ароматические кедровые благовония. Аромат терпкий, напоминающий сандал, но более тихой. В религиозных учениях Ближнего Востока кедр считался источником духовной силы и был символом несокрушимой веры. Аромат кедровых благовоний издавна окутывал тибетские храмы, помогая в медитации и возвращая заблудших на путь. Кедровый аромат также помогает обрести внутреннее равновесие. Благовоние полезно для дыхательных путей и создает благоприятное ощущение дома.
Следующий в нашем списке по номеру 1-03 считается ароматически благовонный зимняя вишня. Зная об особых теперических свойствах этого растения, доктора аюрведы сделали вытяжку из листьев этого растения для лечения лихорадки и стресса. По своим свойствам зимняя вишня считается мощным тонизирующим средством. Восстанавливает память при склерозе. 1.04. Ароматические благовония бензоин. Аромат душистый, как ваниль. В древности курение благовония, составленные по этому рецепту, считались величайшим лекарством для удаления злых духов. Оно смягчает напряжение и стресс и оказывает успокаивающее влияние на всю нервную систему. С этим благовонием можно ощутить комфорт даже при сильной печали, в состоянии одиночества и депрессии. Благовоние полезно для дыхательных путей и создает благоприятное ощущение в доме. Следующее 1.05. Ароматические лавандовые благовония. Аромат цветочный, светлый и чистый, с легким древесным оттенком. Наряду с приятным ароматом лаванда имеет ярко выраженные инстинктивные свойства. Благовония из лаванды могут быть использованы для предохранения от моли других насекомых. Балансирующее влияние этого запаха на центральную нервную систему особенно полезно при маниакально-депрессивных состояниях. Ой, это самое главное. Ну, также оно полезно для дыхательных путей и создает благоприятное ощущение в доме. Ароматотерапия – это глубокая и старинная наука. В одной передаче невозможно охватить все ее аспекты. Поэтому в следующих передачах мы продолжим вам знакомить с этим удивительным и загадочным миром. Ну что ж, спасибо большое тебе, ночные гости. Ну, а я ставлю последний трек, тоже очень ароматический, который вам тоже легко напомнит и ведет вас в состояние дома. Мы будем иногда в программах посвящать последние полчаса различным интересным темам. Не то, что это будет каждая, но различные темы будут в программах. Поэтому слушайте. В следующую среду вы станете эксклюзивными участниками одной информации, как если я так правильно по-русски выразился. В общем, вы станете обладателями этой информации и участниками тоже, между прочим. Обладает информацией, вы станете участником, вот так я скажу. Значит, участниками Fluoro Power 4, которая пройдет 26 числа в одном месте Москвы. И вы скоро как бы узнаете как раз в этой программе. А в воскресенье вы уже сможете получать, в воскресенье, понедельник и так далее, сможете уже получать флаерсы в городе. Ну что ж, я вас оставляю на неделю, и это был Экспиуда, программа «Дети подземелья», станция 106.8 FM. Как всегда, в каждую среду лучшее в мире транса. Пом Шанкар. Ну и состав участников, ребята, будет очень специальный, вы его тоже услышите в следующую среду. Всем привет, кто меня слушал.